По мнению главы района, предстоящие выборы – важнейшее и решающее событие как для власти, так и для людей. Фактически проходит проверка на зрелость нашего общества, на отношение наших людей к власти, на отношение наших жителей к тем событиям, которые происходили и происходят последние несколько лет, и от того, как оценят люди события позитивные или наоборот не очень позитивные, будет зависеть судьба развития области, ну и соответственно неразрывно с ним района, вот на ближайшие годы. Несмотря на предвыборные хлопоты, нельзя забывать о повседневной работе, подчеркнул Владимир Нестеров. Более того, в данный период, по мнению главы, каждому руководителю нужно повысить личную ответственность за порученное дело. И это будет лучшим доказательством состоятельности курса нынешней власти. В этой связи Владимир Нестеров высказал ряду структур замечания по работе и потребовал их скорейшего устранения.